Йоу, салют всем, с вами Мастхэт. Альбом 5.8 вышел. Перед началом попрошу вас подписаться на мою группу ВК, потому что у меня скоро выйдет епихи 3. Кому интересно, подписывайтесь, ссылка в описании. И паблик про мемы, про меня, точнее, мемы про меня тоже в описании. Это очень важно было. Все. Давайте, погнали делать реакцию. У нас будут треки в первой части 5.8, Хуракан и Барби. А вторая часть будет, если вы наберете 400 лайков. 400, парни, давайте, действуйте. 5-8. Мой номер 5-8-5-8-5-8-5-8. Мой номер 5-8-5-8-5-8-5-8. Все, что было до, бро, мне же все равно, бро. Я хочу в кино, но и там точить попкорн. Две суки под вином, клуб, тут валит музло. Они идут со мной, дом, как же повезло. Но я их не люблю, поутру себя виню. И завтра будет так же, каждый день как дежавю. Скучаю. Ну такое, что-то в стиле Ловыз, да, трек? Под гитарку, такой более рок. Ну, интересно, интересно пока что. Гастролик, но я не хочу Москву. Я хочу крутить с тобой на 5-м авеню. Хочу уехать в Пензу, забыть про работу. Хочу снова стать мелким, чтобы быть беззаботным. Yeah. Хочу хотя бы день не считать банкноты. Залипать контру или хотя бы в доту. Вчера шел по московской, сегодня еду в тачке. Все дело в работе, дело не в удаче. На дело твоей сучки я кидаю пачки. Смотри, как разъебал провинциальный мальчик. Мой номер 5-8-5-8-5-8-5-8. Мой номер 5-8-5-8-5-8-5-8. Мой номер 5-8-5-8-5-8-8. Мой номер 5-8-5-8-5-8-8. Блин, интересный трек на самом деле, как интро вполне годный, годный. Я оценил бы его на 7-8 где-то из 10. Были прикольные строчки про беззаботность, да, вернуться в Пензу, там, про девочек. В принципе, неплохой трек, как начало альбома, вообще шикарно, как по мне. Так, ну тут гитарная партия, как я... Да. Следующий трек меня все Монро, но реакция на него уже была, так что можете зайти на мой канал, пролистать, и там она будет. Дальше Хуракан — это трек, наверное, который я больше всего ждал, ну, если не учитывать фит с Моргенштерном, потому что, типа, Хуракан по названию, Ламба, вот это вот интересно, что же он там сделает. Поэтому давайте приступим сразу к его прослушиванию. Полетели. Я буду угорать, если это будет хитом, реально. Ну-ка. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит моли, первый номер. Она любит дэнс на танцполе. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит моли, первый номер. Она любит дэнс на танцполе. А между нами дым. Я так чувствую себя живым. Буду богатым, молодым, но простым. Ты пока так холодна, что я успел простыть. Но на часах еще не время говорить простых. Время лечит. Время деньги. Ее за... Это бенгер. Ее туфли мои деньги. Ее сумка мои деньги. Ее чувства мои деньги. Так что чувствуй мои деньги. Тебе много... Ну это стильно. Ну стильно же. Егор делает очень стильно. Я давно еще вот... Когда все считали Крида за шкваром, но его и сейчас многие считают за шкваром, я тогда уже говорил, что Крид это охуенно делает. Мне никто не верил. Может, и сейчас многие скажут, да ты дебил, ну типа там простые рифмы, но он делает это стильно. Стиль то, что у него не отнять. Детка, ураган, мне нужен хуракан. Это... Днем я ходил и думал, хуракан, он по-любому должен зарифмовать с ураганом, и, блядь, Егор. Все обман. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит моли, первый номер. Она любит дэнс на танцполе. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит моли, первый номер. Она любит дэнс на танцполе. Не надо меня разводить, я еще не женат. Не делай вид, что ты обижен, а я вижу нал. И почему с тобой кину спойлер? Мне нравится твой... Не надо меня разводить, я не женат. Как же это охуенно.
Ну, типа, ну прикольно, мне нравится пока что. Она моя беда. Беду-беду. Запрыгивай ко мне фургон, я Скуби-Ду-Беду. Одновременно ты мой кайф, и мой недуг. Как я люблю Скуби-Ду, бля, вы бы знали. Бля, извиняюсь, что мне вот пишут в ВК вот эти оповещения, потому что вот я сейчас уберу вот эту картинку. Я записываю это в ВК, потому что я на Ютубе еще вряд ли вышло, а в группе ВК есть, поэтому не обращайте внимания на сообщения. Бля, про Скуби-Ду я хочу еще раз. Кивай ко мне фургон, я Скуби-Ду-Беду. Одновременно ты мой кайф и мой недуг. Но в этом смысл моя лайф. Я люблю не ту. Тебе много надо? Детка, ураган, ей нужен куракан. Но это все обман. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит молли и первый номер. Она любит дэнс на танцполе. Она не любит коку, коку, колу. Она любит рубль, евро, доллар. Она не любит молли и первый номер. Она любит дэнс на танцполе. Блин, а мне понравился этот трек. Я бы девяточку поставил. Типа стильно, на стиле про Хуракан. Это про Скуби-Ду он сказал. У меня сердце радуется. Ну, кайфово, мне нравится пока что. Девятка, я думаю, девятка. Я бы такое слушал, например. Дальше Фицдава, это, ну, вот инстаблогеры, которые лезут в рэп, это вообще, ну, это последние. Вот эти Гусейн, Гусейны, блядь, Карины Кросс, вот, я не знаю. Дава из тех, кто мне особо не нравится. Давайте посмотрим, что они сделали с Фитом. Это, кстати, последний трек в этой части. Помните, 400 лайков. Ну и там еще подписок накиньте, будет приятно. Мне, я выпущу сразу вторую часть. Поехали. Дава. Барби трек. Что она тебя так манит, Кен. Да. Но знаю, что она тебя обманет, Кен. Oh, да. Все время в магазинах, будто манекен. Yeah. Все, что ей нужно, это твоя манекен. Oh, да. В ее глазах так пусто, зову ее Барби. Блин, ну, кстати, ну интересно сделал. Ну вот про манекен, манит Кен. Прикольно. Она тебя так манит, Кен. Да. Но знаю, что она тебя обманет, Кен. Oh, да. Все время в магазинах, будто манекен. Да. Все, что ей нужно, это твоя манекен. Oh, да. В ее глазах так пусто, зову ее Барби. Я стригу капусту, она зовет меня Барбер. Все, что она видит, тут же куплено. Да, она кукла, но дом ей нужен не кукольный дом. Барби, мне нужна твоя глубина и все. Воу-воу-воу, все, что было то. Барби, все твои планы, лед под тобой течет. Сегодня этой Барби нужен Кен. Статус стал игрушки, я в ней. Посадил ее на крепкий плен. Нужен Кен, Барби нужен Кен. Сегодня этой Барби нужен Кен. Статус стал игрушки, я в ней. Посадил ее на крепкий плен. Нужен Кен, Барби нужен. Сегодня этой Барби нужен Кен. Вижу ее внутренний мир, будто рентген. Она дорогая, но я... Кстати, у Давы голос не очень открыто отличается именно вот тут, в этом треке. Я даже вначале не услышал перехода особо. Позволю себе ее тело, как Европа, но мне не нужен шенген. Знаю ее близко и трогаю ее топлес. Я сначала сверху, после она снизу смотрит. Поцелую ее губы на свободе. С нее камни дождики, а дед не по погоде. Воу-воу, Барби, мне нужна твоя глубина. Все, воу-воу-воу, все, что было до. Барби, все твои планы, лед с тобой течет. Воу-воу-воу. Блин, Крид звучит фирмовее, вам не показалось? Вот с его бэками по сравнению с Давой есть небольшой контракт. Блять, контракт, контраст. Типа, ну, Крид более как рэпер звучит, ну, чисто мое мнение. Ну, прям видно, что он в этой теме уже прошаренный. Дава, он, у него бэков особо там не было, там, ну, какие-то такие напевки маленькие были на заднем фоне. Ну, типа, он не особо постарался. У Крида, о, да, вот эти вот фирменные. Прикольно. Посадил ее на крепкий плен. Нужен Кен, Барби нужен Кен. Сегодня этой Барби нужен Кен. Статус стал игрушки, я в ней. Посадил ее на крепкий плен. Нужен Кен, Барби нужен Кен. Ок,
Окей, на этом подходит первая часть. 400 лайков. Подпишитесь на канал обязательно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. Заходите в описание, там есть полезные ссылочки. На мой паблик обязательно подпишитесь. Прошу вас от всего сердца своего огромного. Потому что там скоро выйдет релиз, и давайте добьем там, ну, хотя бы 200 подписчиков, и мне будет уже приятно. Также есть в описании есть паблик про мемы со мной, вот мемы со мной, там вот это, ну, забавно, я думаю, может, кому-то понравится, заходите тоже, чекайте. В ВК добавляю всех друзей, Инстаграм, подписывайтесь, лайкайте фоточки, мне будет приятно. Ну, а с вами был Мастхэд, спасибо, что посмотрели, всем удачи, всем пока, ждите вторую часть.